Всех приветствую, с вами как всегда Невис, и сегодня я играю вновь с Молдом в Sea of Thieves. А как мы играем, если уже бета закончилась, спросите вы? Ну, ответ вы узнаете в конце этого ролика. Ну или самые умные ребята, смышленые, уже догадались, наверное, сами. Но тем не менее, ребята, приключения у нас здесь продолжаются в самом разгаре. Сегодня мы будем разгадывать новые тайны. Ну-ка, давай, мастерская парковка. Пора бросать, я думаю, да? Давай. Неплохо. А, кстати, эту анимацию не добавили все еще эту? Сабли нахло. Анимации якоря нет, к сожалению. С ним было бы прикольнее. Хотя, прикинь, там тоже им пилить анимацию вот эту длинную, да? Якорную. Че, давай загадку или че? На самом острове две дали. Такс. И остров у нас. И загадка, и сама эта, да, получается? Слушай, тут, блин, прикольно-то островки-то сделаны. Их так много. Короче, иди на высшую точку острова и прочитай вот этот свиток. Понял? Да, да. А я пойду пока выкопаю сундук. Давай, давай. Посмотри, какой там сундучок будет, да. Good or not. Or not. В смысле, хороший или не очень. Такс. О, красота, прочитал. Как большой разлом найдешь, ты фонарь. Че-че-че, поднимай. Пыль сокровищ смахни и себе забирай. Это крутой сундук. Да? Что там? А, короче, большой разлом найдешь, фонарь поднимай. Ищем, ребята, разлом. Наверное, вот этот. Фонарь поднимай, да, попробуем. Так, большой разлом. А разлом чего? А, просто большой разлом написано. Ну, то есть какая-то щель, может быть, я не знаю. Вот я нашел, например, здесь. Это или не это? Пещера, может, какая-то? Я попробую здесь везде походить с этим с фонарем. Может, реально сработает. Такс. Не, поищи разлом пока что. Разлом это, ну, какая-то своего рода, да, трещина в земле. А это какие-то туннели, скорее всего. Это не то немного. А написано, где его искать? А вот как раз и нет. Ну, где-то, значит, свыше точка ищи. Как большой разлом найдешь, и фонарь поднимай, пыль сокровищ смахни и к себе забирай. Ха, прикольно, слушай, теперь это забраться-то как-то. Вот так, если... Во. Большой разлом. Ух ты, вот это четкий сундук, да? А тебе не отобразилось, да? А я вижу его, походи. А, я не это. Не, я имею в виду, в смысле, когда я выкапывал. Не, не было, кстати, ничего. А, ну это даже квест из бутылки, да? Ну да. Вон разлом такой. Ну вот я говорю, это. Пещера. Ты там был, не? Да, я ходил, но это не то, скорее всего. Ой-ой-ой. Ух ты, они глубокие. Вот я тебе что и говорю, да. Блин, какие-то скелеты дикие, меня чуть не убили. Опасно. Фонарь поднимай. Сейчас, фонарь поднимай над расколом. Но раскол здесь только один. Это вот эта пещера или, блин, я не знаю, где тут еще может быть что-то. Вряд ли как. Надо бы сундук. Сундук не басить. Ну-ка. Это тут белый сундук. Ух ты. Я тут такую локацию нашел. В пещере это... в этой? Да, это просто красота. А ты в какую сторону здесь пошел, когда вниз спрыгнул? Тут разлом какой-то. На левую или на правую сторону? А я вниз куда-то пошел. А их тут два, на левую и на правую, если ты в который пошел, левый или правый? Сейчас скажу. По этому. Право, наверное. Ну, в сторону Е куда-то. Или с Е.
Может быть, наши пути здесь пересекутся. Ух ты, слушай, шахты какие-то, да, реально. Заброшены. А тут еще круче. Сейчас ух увидим. Ты! Вау. Ага. Блин, вот реально красивые цветы вот эти, и грибы ночные. Светятся. Кстати, кто-то рассказывал, что это... На прошлом ЗБТ была какая-то секретная локация, на которую еще никто не попадал на ЗБТ. Нифига. Но она как бы уже была. Глянь, в пещерах летают летучие мыши. Нормально, раньше не было. И рыбки Немо есть. Так, а разлом-то где большой? Вот о чем мы и говорим. Это фонарем-то ты светишь? А я везде хожу с ним-то. Но его просто вверх надо поднимать. Да нет, не всегда. Просто, чтобы он горел. Я помню, так работал тогда. Я смотрю, везде хожу пока. Над разломом... Обычно... Сейчас дай прочитаю еще разочек. Как большой разлом найдешь, ты фонарь поднимай. Угу, как большой разлом найдешь, фонарь поднимай. Ну так мы же поднимали, даже наверху стояли. Такс. Ну я не пробовал. Ой. Чё? Меня на корабль ТП-шнуло, прикольно. А, ты, наверное, типа застрял, да? Возможно. Так, дай-ка вот так вот. Бегу обратно. Прикинь, так сундуком застрянешь. Да это ничего страшного. Вернуться не проблем. Самая высокая сейчас, погоди, часть этой пещеры, ой, скалы было. Я занял ее вот здесь, грубо говоря. Вот. И потом, типа, надо найти как расщелину какую-то. Ты фонарь поднимай. О! Всё. Это внутри расщелины, просто в центре. Ты уверен? Я сейчас просто наверху стоял, короче, нажал. Подошел. Я поднял в этот момент фонарь и сразу высветился. Слушай, а у тебя фонарь загорелся прям, да, фиолетовым? Зеленым, то есть? Да. Или нет? Да. Вот, четко. Так, дальше так. Что, значит? От груд проклятых черепов на главном острове на востоке поспеши. Докажешь, что... Блин, ну что там? Я вот так, смотри. На В, то есть 9 шагов, да? Тихо, подожди, надо найти. От груд проклятых черепов на главном острове. Так, не здесь разве? Мне показалось прям с этого места. Нет, следующая часть загадки. Надо вроде. На главный остров, то есть самый большой который, да? Ну, а у нас нету маленькой карты, да? Мы уже на главном острове пошли в пещеру. Я там на восток подпиши. Я там видел, что похоже. Восток это Е, то есть у нас, правильно, да. Идем правильно. Ну я же тебе и говорил, что на Е. Четко. Где груда черепов? Вот, нашел. Груда черепов. И куда тут дальше? Так. На В? На В? Так. В главном острове на восток. И пройди 9 шагов. От груды проклятых черепов 9 шагов. Так, вот груда, да? Ну давай я в эту сторону попробую, ты в другой. Ну-ка. Нифига, у меня тут нету. I don't see it. Ха, 9 шагов, а если туда? Тихо, по направлению, что там написано? А вот про направление там и не сказано вроде ничего. На восток, куда попробовать? На восток. Еще раз на восток. На восток от черепов. Это, да, это то. А ты уверен, что эти черепа именно? Не уверен, но... Все равно груда черепов, что они. Ну, на Ешке они, в принципе, да, вот так вот, если смотреть. На Е, да. Это же какой-то сложный квест попался. Ну, есть такое. Тут сразу 4 этих всяких у нас, да. 4-ходовка. Можно еще поискать груду черепов. На главном острове, на восток поспешим. То есть вот мы пришли сюда. Докажешь, что не лыком шит. Найдешь ты, что в земле лежит. Пройди 9. Ты бросил, бля. Я думал, нашел. Такс.
Давай еще разочек попробуем. Так, сколько шагов надо? 9. 9 шагов. Груд проклятых черепов. Так. Прикольно. Застрять. Блин, а может наружу? Мне тоже так кажется. Да, мне кажется, что где-то немного не здесь, но на Е. А зачем нас вообще это закинуло в эту расщелину? А фиг его знает. А что ты что это? По квесту. Ну, кстати, можно посмотреть в этой пещере вот эти всякие, да, как бы места-то. Это, блин, как красиво тут, прикольно сделано. Ты наверх пошел? Ну, куда дальше по пещере. Вот где мы были. А если в другую пещеру зайти? На другой вход? Как бы, да, попробуем. А там он есть. А его там нет. Погоди, мы выбежали с какой стороны? Да вот налево теперь, вот сюда вроде. Или мы еще с другой стороны вышли? Вот справа есть, вот и мы слева. Мы с одной зашли, с другой пошли наверх. Блин, ну это похоже было на груду черепов. Ну да, это и были, ну, груды черепов как бы. Ну тут, наверное, еще где-то груды черепов. Только тут как бы да. Вот и главный остров. Угу. Блин, сейчас только ночью, еще не видно. Слушай, а наверху там что-то было, давай глянем. Или это не то совсем, лагерь какой-то, нет? Надо какой-то черепов искать. Груда проклятых черепов. На восток. Поспеши. На Е, то есть. Давай посмотрим на Е еще раз. Е это у нас вообще в другой стороне получается. Ну мы же на главном острове получается. Ну это главный остров, конечно. Тут он самый большой же. Как бы вариантов-то больше нету. Ну да, другие острова там что там. Обычные эти. Маленькие такие, даже без пещеры. Смотри, мне кажется, все-таки на Е правильно где-то мы были с тобой. Где-то в пещере на Е. То есть дай-ка я еще разочек попробую спуститься вниз. И найти там. На восток поспеши. А если что вообще надо было, знаешь, что возле... Я пока снаружи, на всякий пожарный, смотрю, нашел груду черепов, ходи сюда. На улице, вот что это... ли? Да-да-да. Вон, со стороны, где шторм бьет, вот тут сюда иди. Угу, ща-ща-ща. Я просто специально пришел так. Так-с, сейчас выход у нас. Блин, темно-то, слушай, как, а? Вот, нашел, сейчас я забираюсь. Угу. Во! Давай попробуем, 9 шагов, да, чисто к тебе. Или ты уже читал? А попробуем. Ага. А там же куда надо? На северо-восток или куда? По идее это, блин, как бы на сюда. Я не отчитывал, я просто встал и встал. Я думал, что ты будешь... Или на Е, давай вон сюда. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 9. Вот сюда, например. Ну-ка. Оу! Кстати, смотри, вот сейчас я сундук выкапываю, нету такой музыки какой-то, знаешь? Типа, вполне обычный сундук. А, ну это обычный сундук. Это потому, ну, что ты сундук, ну, задание из этой бутылки взял, да? Это из бутылки задание. Поэтому, из да. Из двух разных бутылок задание, угу. Которые дали на одном как вот. Так, побежали. Угу. Ой-ой. Мансим, Мансим. А корабль, ты видишь корабль? А я не вижу корабль. Вон там, наверх и налево будет сейчас. Наверх и налево. Вроде с той стороны был. Угу, должен быть. Yes, вижу.
Оу, нормально. Так, надо не разбиться. Ух ты, северное сияние. Блин, ну северное сияние красиво, кстати, тоже. Разные цвета такие. Пам-парам-парам-пам. Так, главное вот этот капитанский сундук. Во, вот так спрятался нормально, смотри. Друг на друге как бы там уже и особо не видно. Так, а нам так, в фортпост теперь сразу поедем, давай. Да, на СЕ. СЕ, то есть это нам надо, да, на СЕ? Давай еще посмотрим. Это другой фортпост, из которого мы выпали. Угу. Ну, сейчас фонари увидим, по идее. Ну, я, кажется, их вдалеке даже видел сейчас. Ну-ка. СЕ это вправочно, да? Сейчас. Ой. Чё, кажется, я его прям вижу. Я его вижу отсюда. Да, ты его должен видеть. О, отлично. Паруса по ветру. Блин, тут же еще и другие инструменты добавили, да, барабаны какие-то там, саксофон. Как это еще называется? Веселую музычку. Веселую? Как еще, знаешь, называется в этой, как она, в Ирландии? Прикольные штуки у них есть. Звук называются. Ребят, напишите в комментарии, как называется штука такая у этих в Ирландии. Ихняя традиционная такая. Блин, звук называется. Ты не... Я даже отвечать не буду для прикола. Ты не знаешь? Знаю. Блин, я забыл вообще, прикинь. Кильт это вроде ихняя одежда такая, да, типа юбка. А это, блин, я забыл. Ух, это мы не туда плывем, братух. Серьезно? Это же форт. Да, это нас сейчас расстреляет. Я вижу фонари, говорит он. Тих, смотри, смотри на карту, куда. Влево надо было, слева от него. Ну давай. Успеешь завернуть? Налево и по прямой. Нет, там нету скелета. Давай налево сейчас, налево смотри. А это килевый форт, ё-моё. Прямо держи, вот сейчас прямо. Все, чисто прямо, давай, тормози прямо. Во, вот так это, вот. Это и ты прямо на него сейчас, да? А ты по карте что-то. А я смотрю, это он, прямо по курсу, да-да-да, вон тот, который. Так, что там с парусами-то у нас салами? Давай, разгону подадим. Во, хорош. Попутного ветра, друг. Ксилофон называется, да? Нет, не угадал. Диктофон. Ксилофон, саксофон. Виолончель. Блин, не помню. Привет, Сири. Не, как там, называется там, инструмент народный в Ирландии? Эй, она мне не говорит ничего, погоди. Сейчас мне Сири ответит, погоди. Жди комментариев. Как называется инструмент, который в Ирландии? Прошу прощения. В настоящий момент это выше моих возможностей. What? Я не понял. Сейчас, погоди. Мне интересно послушать их комментарии. Погоди, а Ирландия будто... Ой, Ирландия-то эта страна называется или как? Блин. Ну, ирландцы это, по идее, эти, как его, маленькие такие. Шотландцы, ну, блин. А, Шотландия, во! Сейчас. Народный инструмент Шотландии. Хорошо. Вот что мне удалось найти. Чё? Нары инструмент? Какой маршрут она мне дала сюда? Это чё, Это не то. Прикинь, короче, дала мне какой-то маршрут, называется нары инструмент, показывает карту, время работы, телефон.
Жесть. Это глупая-то она. Не помогает. Скажи, духовой инструмент шотландский. А, дух. Ты видишь, что мы плывем, я приготов кидать. Ну я думал, все мы как бы приплыли. Хана нам. Не, я просто это думал, закруглиться. Ой. Закруглиться? Нет. Ну да, давай сейчас отнесем сундуки и закруглимся. Должны глянуть, что же там в финале-то мы получили-то. Ща. А то все про твой инструмент потом забуду сказать. За инструмент было играть. Блин, я знал! Я знал, главное! Ну прикинь, я забыл. Она мне, блин, показывает, блин, местоположение какое-то, блин, там. Обалдела. Так, сундук я взял. Беги, беги, беги. Ать. А я почему-то, знаешь, вот с Ирландией перепутал, реально. Я думал, что это в Ирландии, это Шотландия же, на самом деле, блин. Что-то у них есть какое-то, наверное, сходство. Так. Так, продаем сундук. Продать. Сундук отшельника, ага, 50. Хочешь это сдать, ну? Да, давай, сдай. А, ну давай. Сдам, пойду сейчас посмотрим, сколько. О, у меня уже 9 уровень, а у тебя? У меня уже, сейчас скажу. Угу. Интересно. Сдавай, сдавай. Ага. Ух ты, неплохо. Так, ты скажи, сколько у тебя бабок? Уно моменту. У меня 1240. Ух ты, я могу себе купить новую пушку, наверное, да? У меня 1257 и сейчас... 12,5. Давай пушечку куплю сейчас. Браус Чарльз Токс. Мистер Кокс. Ой, нет, у него тут прически. А кое здесь продаются эти оружия, пушки? Соседние, да? А там должен быть нарисован. А, да, нет, это у нас какие-то предметы разные, как в прошлый раз были. Нарисовано, да, вот это у мечи. Я сейчас просто смотрю какую-нибудь фигню, понял, блин. Чтобы можно было три инструмента носить. Правую, левую руку. Мушкетон адмирала и мушкетрон матроса. Блин, может купить все-таки, который подороже за 1440? Нет, можешь одежду пойти купить, попробовать. Ну смотри, купи, в принципе, одежду, если у тебя лишние монеты есть, типа вместо снайперки какой-нибудь, да. Да мне интересно, чтобы было куда третье оружие всунуть. А? Ну, кстати, да, может пояс какой-нибудь там, карманный, что-нибудь такое будет, в принципе, возможно. Ну ладно, я пока не буду тратить деньги, пока просто оставлю. На прошлом-то тесте и снайперку можно было держать. Ну конечно, три оружия сразу. Нет, там даже больше, мне кажется, 4. Снайперка, дробовик, ружье, вернее, пистолет и шпага. Сама по себе. Да. Ну ладно, думаю, на сегодня заканчивать. Ребята, большое спасибо, что смотрели. Обязательно ставьте лайки, если вам понравился этот ролик. Не забудьте подписаться на мой канал, а также вступайте в нашу группу в Дискорде по игре Sea of Thieves. Там вы можете найти себе напарников для совместной игры Sea of Thieves, также для игры с нами. Вот, можете поиграть. Забудьте, иногда с нами. Забудьте, чтобы он волыну с собой захватил. Кого-кого? Че, про инструменты, про твою волынку. А, и волыну, да, ребята, не забудьте написать в комментарии, если вы догадались, что такое волыну, которую я имел в виду. Или, погоди, волына называется? Ну, наверное. Это волыну, которая, как она называется, волына. Понятно. Ну ладно, друзья, всем пока, увидимся на новом видео.